сестренка. Софочка. Очень приятно. Мне тоже. Так если вы гуляете, мы с вами. А то кто-нибудь еще у вас что-нибудь украдет? Не, не знаю. Просто мы за покупками на самом деле. И в кафе. В кафе. Так и мы тоже до бульвара покушать пироги. Да? А? Разрешите представить. Лев Майский, репортер. Очень приятно, Циля. Лев. А вы в газете работаете? Временно. Я вообще пишу прозу. Ой, как интересно, Циля. Пойдем на бульвар пирожных покушаем. Да я извиняюсь, вы сами как безе. Ну так что, вы не согласны? Да? Господин Веницкий, а мы могли с вами где-то встречаться раньше, а? Да, Одесса такой город, здесь все когда-то виделись. Пойдемте. Пойдемте. Циля, пойдем. Пойдемте.